Good morning, world! Today, it's a beautiful Friday's morning. Перевожу. Всем good morning, всем привет! Сегодня пятница, красивое утро, и я начинаю этот день с вами, потому что вы моя семья, вы мои друзья. Ну что, поехали! Сегодня я хочу вас взять в два места. Два. Первое – это бесплатка, которую вы уже видели совсем недавно. Посмотрим, что дадут сегодня. В прошлый раз дали не так уж и хорошо. И второе место – это бесплатка, на которой вы тоже уже были, где дают детские памперсы и что-то там еще, там маски, еще что-то. Посмотрим, что сегодня дадут. Мне очень интересно. Я не знаю, никогда не знаю, что дают. Ну, будем надеяться, что что-то интересное. Ну что, начнете со мной день? Всем, кто тоже проснулся, доброе утро. Погнали. Я простояла в очереди. Сейчас мне сказали, что давай выдвигайся. И вот я еду. Хочу вам немножко показать. Вот такая вот очередь. Очень яркое солнце сегодня. Вот такая очередь. Как мы сдвинемся, я вам дальше покажу. Пришло время показать, что же нам сегодня дали. Это, как обычно, горячая еда, hot meal. И там рис и перчик, фаршированный рисом. И сверху сыром залитый. Ну, как бы, окей. Okay. Thank you. Потом две пачки прокладок женских. Девочки меня поймут, нужная вещь. Вот такие вот прокладки, написано Food Bank. И вот сейчас просто бомба. Вот сейчас просто бомба. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 липстикс, помад от Кайли Дженнер. Кто не знает, это... Кардашьянс, вы, наверное, смотрите. Это одна из сестер, которая вот делает косметику. Давайте откроем. Их 5, ребята. 5 вот таких вот штучек. Вот, давайте откроем, посмотрим, что же там. Вот я открываю первую. Я предполагаю, они все одинаковые. Здесь 2 штучки, смотрите. Подводка для губ и помада. Помада, цвет, я, честно говоря, не знаю. Давайте посмотрим. О, классный розовый цвет. Блин, прикольно.
Смотрите, помадка от Кайли Дженнер. И это карандаш для губ. Прикольно, прикольно, девчули. Кто девочка, меня поймет. Да, прикольная штучка. Вы знаете, ну... Во-первых, я вам скажу, просроченное точно не дадут. Это не просрочка, не надо думать, что это просроченное. Но я, честно говоря, в шоке, потому что это хорошая вещь и очень дорого стоит. Давайте откроем другой, посмотрим другой цвет. Я предполагаю, что цвет везде одинаковый. Ну вот, хорошо, здесь. Да, цвет везде одинаковый, но тем не менее 5 очень... Интересно, да, очень удобно, хватит надолго. Если вы видите сейчас мой цвет, это татуаж. Я не пользуюсь никакими помадами, блесками. И плюс мы сейчас носим маски, оно как бы и не надо, да. Но вообще, как задумка, как подарок, очень прикольно. Да, давайте теперь посмотрим, что там дали по продуктам. Я решила попробовать этот перчик, этот рисик, потому что я, честно говоря, не завтракала. Время где-то 8:30 утра, я с 6 на ногах. И вообще оценить, что вообще дают, и вкусно это или нет. Рис с сыром и перчик запеченный. Нормально. Мы привыкли перцы фаршировать мясом, поэтому мяса мне не хватает. Но вообще, вообще неплохо. Суховатенько, конечно. Я бы добавила и маслица добавила, специи бы добавила. Ну, за бесплатно, в принципе, я довольна. Пойдемте посмотрим, что же там еще есть. Ребята, вот такие фрукты и овощи. Смотрите, что дают. Дают перчики, дают лимончики, дают салатные листья, дают острые перцы. Я их, честно, не люблю. Я не знаю, как их готовить. И они невкусные, они острые. Дают гуаву. Дают апельсинчики. Ну и на этом все. Огурчик. Огурчик. Вот такой овощной фруктовый набор. И что же в этой коробке написано Food Bank? Ну, давайте сейчас вскроем и узнаем, что же в этой коробке. Попытаюсь ключами от машины открыть и вам показать. Ого! 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 Ну, я открыла. Ну что, будем изучать. Сегодня нам дают рис. Вот такая вот пачка риса. Вообще, вот так вот оно все выглядит в коробке. Вот так. Сегодня нам дают рис. Дают лапшу быстрого приготовления. 1, 2, 3, 4, 5. Дают отмел, это овсянка. Дают такую консерву груши. Дают персики в баночке. Дают peanut butter, арахисовое масло, не очень, арахисовая паста. Дают овощи в нарезке, вот такая вот консерва овощная. И еще одна такая же консерва. Дают, раз, два, три, туны. Это тунец. Три туны. Дают, о, вот это макарошки, вот такая вот паста, макарошки с соусом. Поставил в микроволновку и готово, но, правда, из баночки надо вытащить.
дают еще одни груши и дают это что, равиоли, тоже вытащила из баночки, разогрела готово. Я, честно, ни разу не пробовала, потому что, ну, как бы, я готовлю все свое, да, свежее, не из баночек. Ну, вообще, в принципе, спасибо, да, жаловаться же не будешь. Я довольна. Сейчас мы поедем на вторую бесплатку, где будут давать памперсы, и посмотрим, что еще. Поехали! Дорогие друзья, мы с вами подъезжаем ко второй бесплатке. Я одеваю маску. Что сейчас нам дадут, я не знаю, но будем надеяться, что-то хорошенькое. Например, памперсы точно должны дать. Сейчас посмотрим. Thank you. My destination is on the left. Сейчас я зарегистрируюсь. Я уже зарегистрировалась. Они должны спросить у меня информацию. То показываю. Далее вот такую куколку. Написано, правда, 14 плюс лет. Ну, очень милая. Далее вот такие маски. N95. Это крутые маски. Я только их ношу. Я очень довольна. Далее вот такую игру. Прикольно, это про юникорна, что ты как доктор лечишь unicorn operation. Юникорну делают операцию, да? Прикольно, девочки будут рады. Далее вот такую игру, Dinosaur, Dino Doctor. Прикольно. Далее немножко фруктов и овощей. Я вижу груши, яблочки. Я вижу морковки, я вижу огурчики, вот такие вот овощи, далее трусики, pull-ups, это памперсы трусики для моего сынишки, далее вот такой мешок влажных салфеток, они всегда пригождаются, надо, кстати, одну оставить в машине, и далее... Вот там какие-то, упс, какая-то информация на испанском, правда, ребята, у них не было английской версии. Сейчас я открою, вам покажу. Я открываю этот мешок, что там дали. Там информация на испанском, видимо, у них не было английской версии, что, конечно, ну как так, ребята, мы живем в Америке. Какая-то гайд, инструкция для деток, для родителей, про детей. This is cool. У нас уже это третья книжка, очень миленькая. Это touch and feel, ты открываешь, и здесь как бы шерстка у собачек, и всякое ты это трогаешь. Мисочки собачки кушают, да, носик у собачки. У меня уже была вот такая книжка, и даже две. Ну и здесь какой-то диск, там тоже на испанском. И вот такая книга на испанском про всякие болячки. У меня, кстати, есть такая на английском. Вот так. Вот такой лов, ребята. Напишите, что вы думаете. Я довольна, мне понравилось особенно.
особенно мне понравились вот эти вот игры. И особенно мне понравились вот эти вот липстики, эти помады. Вот так я сходила. Иногда я хожу, иногда я не хожу. Я сходила, ребята, чисто для вас, чтобы вы посмотрели, что вообще дают в Америке. Как Америка ухаживает за своими гражданами, как она помогает, чтобы вы могли наглядно представить, что раздают бесплатно. Любой человек может прийти, не надо ни документы, ни паспорта, ничего. Да, в некоторых местах ты заранее регистрируешься, в некоторых нет, но в принципе все очень быстро, очень классно, все безболезненно, и я довольна. Ребят, пожалуйста, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Мне будет очень приятно. Не забудьте поставить жирный-жирный лайк и подписаться на канал. Так вы можете получать все мои видео сразу же на ваш телефон, iPad, таблет или что вы там еще используете, на компьютер сразу же, как только я их загружаю. Давайте дружить, давайте общаться. Вот такие вот уловы. Я думаю, этот цвет будет хорошо смотреться на мне. Ребят, всем пока. Кто собирается спать, спокойной ночи. Кто кушает, приятного аппетита. А я пошла начинать свой день, потому что время 9:15. У меня еще очень много дел. Пока-пока.